Всем здравствуйте, дорогие слушатели моего канала, подписчики, любимые зрители. Всем привет, ребята, с вами сегодня Шмель. Да, и это набор в команду. Ничего особого такого, ничего неожиданного. Ладно, суть этой темы. Вы будете снимать со мной различные, типа как школа шоу, Майнкрафт и так далее. Вы должны быть либо мужского рода, либо женского. Ну, не как-то среднего, я надеюсь, у нас до такого случая не дойдет. Вот, и вам должно быть хотя бы, хотя нет, возраст не ограничен, вообще пока что по барабану, но возраст вы должны написать первое, то что вы должны написать свой скайп, свой род, никак не средний, я надеюсь, свой возраст, надеюсь вам не под сотню там, и ВК свой. Давайте еще что-нибудь, ну давайте каналы, да, ваш канал, ваш основной канал, и сколько у вас вообще каналов, и сколько вы... И в конце напишите так в скобочках, сколько вы на YouTube. Было бы шикарно. Да. Какие мы игры будем снимать в основном-то? Ну, в основном Minecraft, CSGO, может быть, временами. И Garry's Mod, у кого есть. CSGO и Garry's Mod не обязательно вам иметь. Главное иметь лицензию Minecraft или обычный Minecraft. В общем-то, не суть. Почему же, кстати, набор именно в Мертвые Ангелы? Потому что Спектра слился, и он отдал мне эту команду полностью на меня. Ее, короче... прибабахал, остался там только единственный, кто был, это Пугало, и все. Над этим закончилась карьера призрака. Ну, в принципе-то, я его не виню в этом, это его ж не выбор, а не мой. Хотя я тоже, в принципе-то, с какой-то стороны и разочарован. Хотя, что говорю, мне вообще насрать. Да, и... ну, короче, это набор. Выбирайте, я, кстати, не буду из друзей, так что можете там не писать, если... ну, вот, кто у меня есть, друзья в скайпе, можете не писать, потому что я не приму вас все равно. Там у меня свои принципы уже вас не принимать, так что не пишите, пожалуйста. Да. Ну, вы поняли то, что вам надо написать, надеюсь, вы поймете, поставьте лайчик. И, кстати, подпишитесь на мой второй канал, потому что там заснял я недавно CSGO. Оцените, зайдите. И вот я вот просто постарался. Да. Ну, всем удачи, всем goodbye.